добрый день. Я Любовь Якельна. Рада всем зрителям телеканала «Союз», всем, кто смотрит программу «Таинство церкви». Сегодня мы продолжаем разговор с отцом Никандром, настоятелем храма в честь священномученика Власия в городе Москве. Отче, здравствуйте. Добрый день. Ну, я вас поздравляю, во-первых, с тем, что у вас в храме идут вовсю строительные работы. Это всегда приятно, конечно, это очень хлопотно. И вам, и, думаю, тем, кто служит в храме, может быть, и прихожанам в какой-то мере. Но это хорошо, потому что можно ожидать какого-то обновления храма, да? А работы кто, батюшка, ведет? Да, на самом деле мы готовимся к большому юбилею, потому что в 25-м году исполняется 400 лет нашему храму в честь священномученика Власия. Поэтому запланированы грандиозные работы по приведению в порядок и территории. Вот, например, в этом году у нас вся территория храма вошла в благоустройство. И, конечно, это было решение правительства Москвы выделить средства и помочь нам в этом. Потому что собственными силами, конечно, мы бы никогда не смогли бы этого сделать. Вот. И запланирована у нас и реставрация самого храма, и замена кровли, и ремонт храмового дома. То есть мы бы хотели 400 лет достойно уже встретить большим-большим таким обновленным уже храмом и храмовым пространством, которое будет уже продумано и для детей. У нас появляется детская площадка и большая зона тихого отдыха для людей пожилых, потому что в Москве очень мало зеленых зон, где могли бы, ну, вот такую, например, в жаркую погоду летнюю отдохнуть. Поэтому, тем более в центре. Тем более в центре, да. Я вас поздравляю. Спасибо большое. Да, потому как я думаю, что реставрация старой Москвы – это всегда хорошо. И мы вам, с вами в одной из наших прошлых программ говорили, что этот храм уже находится под охраной государства. Да, конечно. Да? Да. Поэтому это все достойно. Ну что ж, батюшка, спасибо, тогда я пожелаю помощи Божией в завершении этих хлопот приятных. Ну, мы вас приглашаем, потому что 19 августа у нас престольный праздник Преображения. И мы решили в этом году на престольный праздник вот открыть парк на территории храма, значит, уже в обновленном виде. И будет после литургии большой-большой детский праздник. Мы приглашаем конезаводчиков с лошадьми. Мы будем восстанавливать дореволюционные обычаи и традицию освящать лошадей. Поэтому после литургии будем служить молебен, освящать лошадей, а потом уже будем детей катать на них по территории храма. Слушай, это интересно. Я думаю, наш телеканал обязательно воспользуется вашим приглашением и приедет. Отец Никандр, ну что ж, мы давайте приступим к теме нашей беседы, а поговорить мы с вами хотели на тему очень актуальную, с моей точки зрения. Это образы святых, святые в жизни человека и в истории нашего Отечества. В этом году мы отмечали и отмечаем, продолжаем все равно отмечать этот юбилейный год Александра Невского, 600 лет обретения мощи преподобного Сергия Радонежского, великого печальника земли русской, ну и, как всегда говорят, главного русского святого, да, наиболее, наверное, любимого, знаемого. Давайте с вами попробуем поговорить о том, какую же роль они играют. Мы, конечно, приходим к ним как к людям, к святым, может быть, даже не до конца понимая, что в земной жизни святости нет. Да, мы, может быть, даже боимся себе иногда этого представить, но, так сказать, знаете, что... А вот в жизни Александра Невского и Сергия Радонежского не были святыми. Ну, я думаю, у людей будет некое недоумение такое. Да? Ой, Любовь Сергеевна, здесь на самом деле очень важно для себя определить критерии святости. Да. Да? Потому что в настоящее время, да, и вообще мы видим, что в истории церкви святость определялась со временем. Проходило время, и уже церковь, как богочеловеческий организм, свидетельствовала о том, что тот или иной человек смог в своей жизни достигнуть определенного образа богоподобия в разной степени. Кто-то в чине преподобный, кто-то как святитель, да, мученик. Вот, поэтому, конечно, если была кончина мученическая за Христа явно, да, то, конечно, раньше, в древние времена, не было никаких сомнений, что это однозначно был человек святой. Вот, если говорить о подвиге преподобного Сергия, да, или благоверного князя Александра Невского, то этот подвиг, как правило, в жизни, когда этот святой проживает земной свой путь, то он не всегда заметен окружающим людям.
Недаром в Евангелии есть такие слова, что нет пророка в своем Отечестве. И мы знаем, что падшая природа человека не всегда позволяет спокойно и взвешенно оценить труды другого человека. Начинает примешиваться сюда своя оценка человеческая, какое-то осуждение, зависть человеческая, много что возникает. И мы даже видим, что в жизни преподобного Сергия были такие моменты, да, когда он оставил Троицкий монастырь и ушел, да, потому что понял, что уже начинается примешиваться именно человеческая зависть. И вот вы когда начали говорить о теме нашей встречи, я, знаете, о чем подумал? О том, что нашей стране невероятно повезло, потому что столько много такой сон святых в нашей церкви, русской, я думаю, что ни одна другая церковь не может сравниться, тем более государство, что на территории нее просияло такое огромное количество светильников, которые для нас являются неким ориентиром. Такой есть всегда наглядный образ, например, когда самолет в темное время взлетает, то его путь всегда освечивается, да, по краям огоньками, который, да, помогает в темноте найти правильный путь для того, чтобы взлететь в небо. Вот для нас с вами, людей, как правило, живущих вот в этой тьме и суете нашей обыденной жизни, когда все настолько смешано, тем более в наше время очень много уже и правда подменяется ложью, и наши какие-то человеческие пороки. И мы видим, что общество порой бывает не очень здоровое и предлагает нам для размышлений, для принятия какие-то уже отошедшие от заповедей Христовых обычаи и традиции. Для нас очень важны эти маяки, которые нам освещают путь, потому что без них взлететь мы не сможем никак. Конечно же, понятно, что солнце для нас Христос. И тут не может быть никаких сомнений, что мы, для нас сердцевина нашей жизни – это Христос. Но вот те люди, которых мы называем святыми, это вот те огни, которые смогли отразить этот свет от этого солнца, от солнца Христа, отразить в своей жизни и в нашей жизни. И, взглядываясь в их подвиг, мы можем для себя понять, как бы мы могли подражать этому святому, чтобы также уподобиться такому подвигу человеческому. Давайте начнем с Александра Невского, да, чей юбилей мы отмечаем. Действительно удивительная личность в истории Александра Невский. Если обратиться к историографической литературе или просто с исторической, к исторической, ну, много чего вообще писали о нем. Ну, много чего, согласитесь, да, мы все это читали. Неоднозначно. Да, в чем его только и не обвиняли, и в сговоре с татарами, что он бил своих, разбирался со своими с помощью татар, и вот тех обманул, этих обманул. А вообще мы в состоянии понять, вот как вы думаете, отец Никандр, сейчас, в 21 веке, абсолютную историческую ситуацию, геополитическую, как бы, да, сейчас сказали, геополитическую ситуацию того времени, 13 века. Вот чтобы судить вообще о каких-то деяниях государя, по сути. Да, здесь, ну, в зависимости от того, что бы мы хотели получить в результате, да, если бы мы постарались создать некую объективную историческую картину, наверное, какие-то все же небольшое критическое количество исторических памятников, наверное, есть, которое позволит более или менее создать объективную картину. Но, конечно же, мы не знаем, что доподлинно было в сердце у благоверного князя Александра. Да, это уж точно. Вот, например, буквально вчера мы вспоминали День памяти царственных мучеников. И вот такая некая параллель, да, благоверного князя Александра была неоднозначная оценка и современников, и нашего времени, наших отечественников. И также подвиг царя Николая II тоже неоднозначно оценивался, как тогда, так и сейчас до сих пор. И я думаю, что в сердце, это моя мысль, и если я ошибаюсь, то прошу прощения. Конечно, да? Конечно. Я искренне верю и даже не сомневаюсь ни минуты, что в сердце этих людей была любовь о своем Отечестве. А когда есть любовь, то ты начинаешь уже предпринимать абсолютно разные попытки, которые тебе кажутся в данный момент наиболее оптимальными, удобными
и, быть может, единственно возможными, чтобы спасти Отечество. Ведь у обычного жителя страны у нас совершенно иная мера ответственности перед людьми. Когда ты стоишь во главе чего-либо, это совершенно другой уровень ответственности, другой уровень переживаний, и вот, который не отпускает тебя ни на минуту. И, конечно же, великий князь Александр Невский, он поступал именно так, как он мог в тот самый исторический момент. И мы видим, что спустя годы мы можем оценить его подвиг, да, не понятый в свое время, но сейчас, по прошествии большого количества времени и потому, как Церковь Христова воспевает его, мы однозначно можем сказать, что это был великий подвижник, который не пощадил своего имени, который свою, быть может, горделивую природу, которую каждый носит из нас, да, он смирил, нагнул свою шею и пошел для того, чтобы пошел в татарский стан, да, для того, чтобы своей жертвой, как Христос некогда вошел на крест, совершенно несправедливо, да, но ради того, чтобы спасти нас, так и тогда благоверный князь Александр Невский совершенно несправедливо, по оценкам своих соотечественников, зашел на этот крест, чтобы мы сейчас имели возможность жить в таком замечательном государстве, как современная Россия. Вы сказали, что святые – это такие очень образные сравнения, очень красивые, такие некие огоньки на жизненном пути, которые самолеты. Чтобы не сбиться. Да, самолеты. Вот чем Александр Невский в современной мире, очень вот нашим современным людям, молодым, понимаете, вот он же молодой был. Вот мы иногда забываем, что вот эти люди, что Александр Невский, там, что Дмитрий Донской, что мой любимый Скопин Шуйский, они были молодые. Почему-то, знаете, в представлении большинства соотечественников, они все уже какие-то, я не знаю, уже старые, побитые, простите, молью люди. Они были молодые, они были молоды. И по молодости лет... И некая горячность была, ну и здравомыслие. С другой стороны, люди взрослели рано. Но самое главное, что они были не безразличные. Вот чем Александр Невский сейчас для молодых людей? Знаете, я как-то выступала перед молодежью, говорю, вы знаете, вот я Дмитрию Донскому говорила, вот вы все думаете почему-то, что он там ходил, да ему сколько было лет? Ему 30 лет было, когда он ходил на Куликовскую битву, представляете? 30 лет. Молодой человек вообще по нынешним временам это вообще ни о чем. А вы думаете, что он какой-то уже дед старый? Любовь Сергеевна, это по нашим временам ни о чем. Да? Если мы вспомним совсем недавнее прошлое, прошлый век, в котором мы все родились, да, то люди уже в 20 лет в большинстве своем были готовы брать ответственность, создавать семью. Да, вот я об этом. А если мы возьмем, как-то рано взрослели, если мы возьмем 14 век, да, 13 век, 14 век, то, конечно, и люди жили более короткий образ, короткий срок. То есть, ну, 40-45 лет. Я вот тут бы даже не согласилась, отец Никандр, с вами. В действительности он не такой уж был и короткий. Ну, просто было много войн. Люди убирали во время войны. Жизнь просто была немножко другая. А так вообще очень много долгожителей, кстати. Вы знаете, я тут читала историографическую литературу. Очень много было долгожителей. И жили и 70, и дальше, и даже до 90, до 100 лет доживали, представляете, по тем временам. То есть, в принципе, вот по здоровью они, может быть, даже здоровее, чем мы были сейчас. Я согласен. Иммунитет был сильнее. Согласен, безусловно. Да, но не было такой, например, медицины, как сейчас у нас. Конечно. То есть, есть какие-то уравновешивающие моменты. Это но вот правда. Если мы говорим о молодых людях, которых я себе отношу, да, пока еще, я уверен о том, что благоверный князь Александр, конечно же, он несколько, вот таких буквально несколько моментов дает современному молодому человеку, жителю России, без которых невозможно строить дальнейшее наше развитие государства. Вот первый момент – это о том, что не нужно бояться брать на себя ответственность. В любом возрасте. Если тебя жизнь привела к ответственному посту или к ответственной должности, или, например, государство ждет от тебя, что ты проявишь некую свою волю, то ты должен ее проявить в любом возрасте. И не нужно бояться или думать, что
я там не могу повлиять на процесс, да, или да там все решено, или еще что-то. Ничего не решено. Все, мы часто забываем то, что Господь существует, да, о том, что Господь над всеми нами, и мы живем и исполняем лишь только то, что входит в промысел Божий. Поэтому бояться брать на себя ответственность не нужно никогда. Если тебя призывает к этому государство, твоя семья, твоя профессия, в любом возрасте, тем более в молодом, когда ты молодой, здоровый, инициативный, ты должен это делать, брать, менять и поддерживать такие, ну, здравые процессы, которые возможны. И в этом сомнений никаких не должно быть. А второй момент, который очень ярко виден в жизни благоверного князя Александра, что чего не хватает нам всем, да, это именно активная жизненная позиция. Сейчас объясню, что это такое. Угу, пожалуйста. А в наше время очень много безразличия. И Господь в Евангелии говорит, был бы ты холоден или горяч, а вот теплохладность – это совсем плохое качество. И тогда было, а в наше время этого очень много. Мы живем, и вроде бы и да, и нет. И вот эта теплохладность, которая сейчас проникает даже в сердца молодых людей, хотя это настолько это, ну, неестественно для молодого человека, когда он растет, когда формируется, когда в нем столько много юношеских порывов, да, когда… А наблюдаем все наше время, и даже исследования научные проводятся по этому поводу, что очень мало происходит именно вот такого творческой инициативы, творческого запала, который мог бы внести и должен внести в развитие, в наше будущее. Поэтому я считаю, что наше время очень важно посмотреть на князя Александра и вспомнить, что нужно быть инициативным, нужно быть смелым и нужно обязательно быть таким жизнеутверждающим человеком. И в том, вот есть какая-то область жизни, которая от тебя зависит, твоя семья, сам ты, твой круг общения, ты всегда должен стараться его создать настолько здоровым, радостным, чтобы вот эта энергия, которая формируется там, она уже переходила на других людей и формировалась большая-большая здоровая, радостная нация вокруг нас. А что мешает нынешней молодежи быть ответственными людьми? Может быть, наше воспитание слишком излишне домашнее и излишне опекаемое? Я думаю, что мешают современные, ну, опять-таки, у нас же, знаете, очень много этих избитых штампов. Я сейчас буду говорить, да, и скажу, что уже устали об этом говорить. Нет, а, мешают, мешают ценности современного общества. Потому что современное общество – это общество комфорта. И мы сейчас видим о том, что комфорт проникает во все сферы жизни настолько, что это меняет сознание и качество жизни человека. Человек становится качественно другим, потому что он перестает меньше трудиться физически, он перестает меньше трудиться интеллектуально и перекладывает все это уже на искусственный интеллект, на роботов, на разную технику, которая окружает нас вокруг. И, конечно, человек, переставая трудиться физически и интеллектуально, он начинает остывать и успокаиваться. Конечно, что, безусловно, ну, просто смертельно вредно для нас. Как для общества людей. Ну, Александр Невский, мы говорим, что это все же больше пример для мужчин, да, для мальчиков. Безусловно, да, для мальчиков воин, мужчин пример государь, мужественности. Да. Да, потому что мы должны опять паки-паки сказать о том, что мы должны вернуться к традиционному пониманию роли мужчины и женщины. Да? Мужчина – это всегда тот человек, который берет на себя ответственность и несет ее, защищает свою семью, защищает свою жену, защищает своих детей. И, безусловно, вот это наше время, когда некое смешение идет, смешение и смещение акцентов, да? Когда женщина пытается на себя примерить роль мужчины, и акцент переходит на нее. Это идет вразрез с природой женщины, идет вразрез с тем замыслом, который Господь вложил в Еву, в первую, и в принципе в женскую природу. Женская природа, она прекрасна, но она в полноте своей раскрывается только тогда, когда рядом с ней есть сильный и ответственный мужчина, который
помогает во всей полноте и красоте раскрыться этой женственности. Вот даже буквально, например, если мы возьмем 19 век, совсем недавний, когда в великосветском обществе появлялась прекрасно украшенная дама, то люди, находящиеся там, всегда говорили, какой замечательный у нее муж. Не делали комплимент ей, а делали комплимент ее мужу, потому что благодаря мужу она выглядит такой, какой она появляется в этом обществе. Я рискую сейчас, наверное, вызвать гнев и негодование со стороны наших зрителей. Но вот какая у меня мысль, очень беспокоит и давно. Может быть, мой отец Никандр тоже в какой-то степени виноваты даже и в церкви. В том, что мальчики наши забывают о том, что они мужчины, во всяком случае, будущие мужчины. Потому как, посмотрите, часто наблюдаешь, идем к чаше. Ой, деточка, иди вперед. Сзади стоят бабушки, которым очень тяжело стоять, им бы надо причаститься первыми, пойти сесть. А мальчику, деточке, этому уже 12 лет, он уже выше папы. Вот все-таки не стоит ли пропустить все-таки сначала старших? Не стоит ли уважить старость и немощь? И мальчикам-то все-таки постоять? Да, конечно, стоит. Да, понимаете, ну, я вот, например, стоит. Наблюдала сцену, была в санатории в одном, и там они, кажется, из Дагестана, что ли, там, да, муж идет, и мальчики с ними. И пришли, ну, как у кабинета какие-то люди там собираются, и сидит очень пожилой такой мужчина. И врач, ну, там следующий, а следующим даже пойти вот как раз мужчина с мальчиками. Все это говорит, отец, идите. Он говорит, да ваша же очередь, ну что, у нас положено старших пропускать. Понимаете, у нас положено. И стоят вот эти, они им что там лет по 7 уже все равно. Любовь Сергеевна, это болезнь нашего общества современного. 12 лет, вот, вы же, наверное, наверняка тоже наблюдаете, да? Я даже наблюдаю и скажу вам большую проблему, с которой на самом деле тоже нужно нам работать, и ее замалчивать тоже не нужно. Современный молодой человек, неважно, парень или девушка, молодой человек современный, он даже стесняется уступить место в транспорте. Я это вижу в общении с теми людьми, почему? Которые приходят в храм. Потому что, во-первых, он не воспитан так, что нужно это делать. А во-вторых, зачастую даже, вы знаете, иногда и я сам был свидетелем нескольких случаев, когда женщине в возрасте чуть выше среднего пытается уступить место, а она говорит, нет. Вы что, считаете, что мне уже нужно уступить место? То есть мы тем самым какую-то инициативу, она которая... Она просто женщина, ей как женщине уступили. Да, прекрасно. Даже прекрасно. Конечно. Но вот какая-то вот эта борьба за то, что, как сказать, за какое-то равенство прав. Вот это равенство прав, мне кажется, это задумка вообще дьявола, понимаете? Угу. Потому что ребенка нужно с детства воспитывать о том, что уступать место старшему, неважно, кто это, мужчина или женщина, и женщине, это совершенно замечательно. Это прекрасно, потому что это благородство, а благородство, это, по моему глубокому убеждению, утерянная добродетель нашего времени. Я очень рада, что вы разделяете мое мнение, потому что я тоже все-таки считаю, что, идя к чаше, во-первых, нам куда всем торопиться? Ну, куда нам торопиться? Не торопиться, да? Не нужно. Потому что все равно к чаше все подойдут, все причастятся. Потом все равно мы никуда не уйдем. А потом слушать благодарственные молитвы. Куда нам, собственно, торопиться? У меня была одна ситуация, я очень торопилась в аэропорт. То есть все просто было и причащалось перед отлетом. Я просто подошла и сказала, простите меня, вот Христа ради. Да. Я вот срочно должна, я вот причащусь, пропустите меня, пожалуйста. Меня все припустили, я причастилась, я священника предупредила, что вот сразу еду, послушала там уже в дороге молитвы. Но это бывают такие ситуации, когда люди идут. Но вот в таких обычных будничных ситуациях, я думаю, что все-таки мы должны и детей наших уже к этому приучать. Все-таки, все-таки нужно приучать, да? В семье. В семье. И священники тоже. Все-таки к священникам доверяют. Безусловно. И дети. И священники, мне кажется, должны сейчас учить, что подождите, ребята, давайте вот бабушек пропустим, им тяжело. И немножко о другом, Любовь Сергеевна. Знаете, когда ребенок находится в храме, и, допустим, он что-то увидел, услышал, он же с этим приходит, естественно, домой. И рассказывает, делится о том, что, какое событие было. И очень важно, что то, что говорит священник, должно быть гармонично и союзно с тем, что происходит дома.
о том, что если, конечно, священник говорит одно, а дома ребенок видит другое, то у него начинается ну, какой-то разрыв идти. Некий поэтому, хаос. Поэтому вот на сегодня, и слава Богу, об этом мы сейчас все чаще и чаще видим, что начинают говорить на уровнях от простых людей до президента о том, что мы должны вернуть воспитательскую функцию в общество, в школу, в церковь, во все наши социальные институции, которые есть, и в семью обязательно. Мы должны все вместе сейчас, вот в один день взять и все вместе пойти общим фронтом по исправлению ситуации, которая сложилась сегодня. Отец Никандр, сердечно благодарю. Мы не успели даже полностью раскрыть всю тему. Настолько она оказалась интересной и многогранной. Время наше подошло к концу. Спасибо. Но мы еще будем говорить и продолжим об Александре Невском, о преподобном Сергии непременно. Я вас благодарю за то, что вы приняли участие в программе, не оставляете нас. Благодарю. Приходите, и что мы с вами ведем такие очень интересные, душеспасительные, жизненные беседы. Спасибо. Благодарю вас. Спасибо. Я Любовь Якельна, сердечно благодарю всех, кто был сегодня с нами, всех, кто смотрел программу «Таинство Церкви». Я желаю всего доброго, здравия душевного и телесного вам и вашим близким. И жду вас, как всегда, каждую субботу 13 часов по московскому времени в программе «Таинство Церкви».